Всем привет, мои любимые! Приятного аппетита! Наконец-то поедим сегодня вкусно и сытно. Я очень-очень ждала этого момента. Так, вот только вот сейчас кофе, конечно, может разлиться. Так ждала этого момента, и сейчас, как обычно, у меня пойдет фонтан кофейный. Это мое любимое дело разливать кофе, ребята. Вы просто не знали. Так вот, знаете. Огурчику. Хорошенечко так отопью. Отпивну. Мои хорошие, сегодня я в образе, как вы видите, чего-то бывает, вот хочется немножко повыпендриваться. Ой, зачем ножиками, если руками можно? Я сегодня бегала просто, и я так с собой довольна. Такое бывает. Во-первых, мое сердце сейчас все лучше воспринимает. Я уже с легкостью бегаю. Я себя только с собой сравниваю. Если таки у вас человечек, ребятки. Особенный. Мягко скажем. Ой, как вкусно. Сейчас с вами поем, пойду читать дальше книгу и медитировать потом. Так приятно, когда бегаешь, и сердце не бьется сильно. И нет таких, знаете, перестукиваний, каких-то перебоев. Внутри сердечка. Я думаю, что с каждым разом все будет лучше и лучше. Еще лучше. Там и дыхалочка уже получше откроется. Все-таки в медитациях работаешь тоже и с дыхалкой. Ну, с дыханием дыхалкой. Такая у вас крутая просто. Угу. Как видите, мыло. Водичка капает. К сожалению, или к счастью, от мяса, наверное, я не откажусь, от птицы по-любому. Пока что. То же самое, когда вот я пыталась бросить курить, ребят. Я думала, не получится. Потом резко хоп, и все. Отрубила.
Я сегодня при параде. Иногда так хочется внимания побольше привлечь. Вашего. Это у меня обычно, видите, дома происходит. Так, если я выхожу, я обычно не люблю внимания. Я больше такой отшельничек. Больше сама по себе похожу. Я смотрю, что я с каждым годом все более как-то в какого-то отшельника превращаюсь и превращаюсь. Типа любительница одиночества какого-то. Ну, не в плане отношений, а в плане, когда провожу наедине с собой время. Взяла только маленький кусочек хлеба, чтобы больше не съесть. А то хлеб — это крышесносное. Сразу. Пока не. А, еще, ребят, когда я вам рассказываю про медитацию, я просто делюсь опытом, практик, потому что мне так хочется. Я никого не учу, просто рассказываю, как у меня происходит. Мои, так скажем, предположения тоже иногда высказываю. Никого не учу. И экзамены тоже здесь не сдаю. Только буду рассказывать именно опыт, практику. Не просто знания. Самое главное — это практика. Хотя знания тоже немаловажны. Ой, просто когда вижу зелень,
салатики. Я всегда вспоминаю, знаете, Инну Судакову. У меня тут и рукола. Как он так, только начинала снимать. Наела много салатов. Ну, там, естественно, мясо было. Ну, вот это вот домашнее у нее, вот такие вот в России. Видосики. Прям вообще мне очень нравится. Эта курица вообще просто обалденная. Такая. Жирненькая. Ой, тут еще попка. Я просто попки не ем. Балдежно. Балдеж, балдежно. Мои любимки. Мои любимочки, мои роднульки. Меня порой просто, я ну, очень люблю вот это вот сюси-пуси. Такие вот. Так как сейчас я одна, так я с вами сюсюкаюсь.
Вот такая я проказница. И хочу еще вот такой сырок попробовать. Это мама ела, я не знаю, я вообще такой ела, может быть, ела. Да не помню уже. Наверное, что-то ела такое фреско. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Боже, как вкусно. Просто нежная такая вкуснятина. Я улетаю. По улице или на улице Пикадилли я шла, ускоряя шаг, когда меня вылюбили, я сделала все не так. Когда женщина сытенькая, женщина довольна, сразу с улыбкой на лице. Интересно, как надо делать. Если ваша женщина грустит, надо ее покормить просто. Очень сильно люблю вас. До новых встреч. Пока-пока. Благодарю за просмотр.